За смелость, неравнодушие и решительность. Заседание краевого правительства сегодня началось сразу с нескольких торжественных моментов. Дмитрий Махонин наградил благодарственными письмами трех жителей Пермского края, которые в минувшую субботу спасли женщину на набережной Камы. Стройте! Очередь! Давай, больше нам, мужиков, идите сюда. Очень трогательно было смотреть на эти кадры, волнительно. О чем это говорит? Говорит о том, что действительно у нас живут неравнодушные люди, которые всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту. И, конечно же, мы должны говорить большое спасибо этим людям. Роман Павлов – 26-летний инженер-геодезист. 5 лет он профессионально занимался плаванием. В тот вечер, услышав крик о помощи, не раздумывая, бросился в воду. Доплыл до тонущей девушки, а затем, перевернув на спину, дотянул ее до берега. Но плиты на склоне набережной были скользкие, и поднять пострадавшую оказалось непросто. Очевидцам пришлось выстроиться в живую цепь. Илья Демин тогда быстро организовал ее из очевидцев. Я крикнул им, чтобы они сделали цепь, потому что так поднять невозможно. Я только что видел, что там очень скользко, поэтому нужна цепь. Но одной цепи было недостаточно, я крикнул, чтобы они делали вторую цепь. Вот. И когда люди выстроились в две цепи, я и тот мужчина, мы передали им девушку, и уже по этой цепи девушку подняли. А медсестра Ирина Гайсина оказала пострадавшей первую помощь до приезда врачей. Временно исполняющий обязанности губернатора края от имени регионального правительства поблагодарил героев за смелость, решительность и мужество. Кстати, едва не утонувшая девушка буквально на следующий день выписалась из больницы. Ее здоровью ничего не угрожает.